В Рыбинске стартовали работы по ямочному ремонту городских дорог. Первый участок, на который вышли рабочие подрядной организации – кольцевой перекресток улиц Стояла и Герцена. В районе пожарной Каланчи дорожникам предстоит закрыть асфальтом, так называемыми картами, 3000 квадратных метров дорожного полотна. Далее такой же объем работ предстоит провести в микрорайоне Заволжье-1 и Заволжье-2. А также в районе школы номер 35 у гостиницы на улице Коллективизации, на Пашихонском тракте в районе Шашлычной, залатают ямы в микрорайоне Переборы на проспекте 50 лет Октября. Всего планируется выполнить ямочный ремонт и ремонт картами в объеме почти 24 тысячи квадратных метров дорог на сумму 16 миллионов рублей.